Приветствую вас. Я не знаю, как вас зовут, как к вам обращаться. У вас несколько странный ник. Вот, но тем не менее. Вы знаете, то, что я могу предположить исключительно, исходя из того, что вы пишете, это, пожалуй, только некие другие, более, может быть, глубокие, может быть, более серьезные проблемы между вами. Вот. Потому что, ну вот то, как вот вы описываете эту ситуацию, то как вы ее отображаете, то, конечно, поведение вашей жены выглядит несколько странно. А вот. Но опять же, есть такое совершенно стойкое чувство, что она делает это специально, что она специально себя так ведет. Вот она специально хочет от вас отдалиться, вот, потому что не хочет с вами больше быть. Вот. Почему она не хочет с вами больше быть, это вопрос уже совсем другого плана, на мой взгляд. Вот. Совсем другого плана. И, соответственно, на этот вопрос можно найти ответы только если, ну вот, как-то поработать с вами, может быть, несколько, ну, более подробно, более тесно, я бы сказал. Вот, потому что, исходя из того, что вы вот пишете сейчас, да, понятно, что слишком мало информации. Вот, а вопрос, ну, вопрос достаточно важный, я так полагаю. Такая вот история. То есть, вероятно, вашу жену что-то в течение очень долгого времени напрягало, вот, что-то ну, в течение очень долгого времени ей не нравилось, вот, и, соответственно, это вот нужно, ну, поисследовать этот момент, на мой взгляд, если вы хотите разобраться, ну, вот, в этой ситуации, если вы хотите разобрать эту ситуацию, если вы хотите рассмотреть эту ситуацию, ну, более подробно. Вот, это то, что я могу вам сказать сейчас. У вас с вашей женой, на мой взгляд, есть
трудности, большие трудности. С доверием, вот, на мой взгляд, есть проблемы с доверием. Вот, достаточно большие проблемы, на мой взгляд, есть с доверием. И, наверное, ну вот это вот то, на что я обратил бы ваше внимание прямо вот здесь, сейчас. Вот. То есть я бы обратил ваше внимание на как раз таки то, что у вас есть проблемы с доверием, что у жены есть проблемы с доверием. Как раз таки, понимаете, о чем идет речь. Вот, и, соответственно, это проблема. Ну вот, для вас это может быть проблемой, да, для вас обоих, для, ну, для лично для жены, вашей может быть проблемой. Вот. То есть все это все это копилось. То есть это не то, что вот, ну, произошло какой-то вот, ну, какой-то момент. То есть все это произошло, ну, достаточно постепенно, вот, и, соответственно, это очень важный момент, вот, который, ну, который, вот, на который вам нужно обратить свое внимание. Вот, ну, в целом, я думаю, именно так можно ответить вам на вопрос, вот, который вы задаете. И, соответственно, за, ну, за более подробные, да, консультации вам нужно обратиться, ну, непосредственно к специалисту, вот, чтобы можно было вам как-то вот, ну, помочь. В этой ситуации. Вот, так, я думаю, можно ответить вам на вопрос. На этом, в принципе, все. Я надеюсь, что помог вам. Я надеюсь, что это было вам полезно. Я вам желаю всего самого доброго. Я вам желаю удачи. Я надеюсь, что ваша ситуация будет максимально корректно разрешена. Вот. На этом все. Удачи вам. Всего самого доброго.